Обрізай все старе, може пилочку принести. Дивіться, Саша зняв листок. Ой, як вигорів метал, йо-майо, ти представляєш, Сань? Дивіться, він який сірень. Я хотіла перечати, коли руки засрані вже. Он такий темно-темно-сірий метал під низом, ну, де нахльос. А він став такий білий. Зума зійти. Не жалі, отак все постар'є, то зрізай, хай він рідше буде, він лучше пусте. Так, ладно, я пошла гладіолуси оббирати. Смотрите, які хороші, да? Гладіолусики. А это вот так сложила, вальтом. Сейчас вырву вот это, все на кучу завяжем и в субботу на мусор отправим. А это подсохнет, потом очистим. И Санька, видите, как хорошо он очищает эту смородину. Пусть она будет немножко реже, оно лучше, потому что когда сильно густое, оно не нужно. А что ты такое, Санька, выкопал? Еще один куст, да, Сань? Да. А, шикарно. Молодим ее. Да, 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 правильно. Виталик все время омолаживает. Видите, он кустик тоже мы прикапывали. Посадим вот здесь, пусть будет возле бассейна расти. Вот так вдоль. Смородина это хорошая такая, она сортовая. А эти все ветки выбросим на эту, как она называется, на мусорку. В субботу мусорка будет. Ну, толстая можно пострезать на мангал, а то все выбросится. Правильно, она умолодится и будет хорошо. Может даже трошки ее так сделать ниже кущи, вот так поотрезать, Сань. Давай мені. Не жалій, не жалій. Вона лучше піде. Тож там теж прикопається, нехай то там буде кустик. Давай. Я б оце знаю, що Саня, оце ось дивись, оце кучерявий, зріж його отак до половини. Оце. Хай палочка йде. Оце мені не подобається. Ось яке воно. Оце. Там нормально. Да? Там хватит, да, там хорошо, там уже молоденько. А оце, оце, мені не нравиться, оце, зрізай його. Ну, я смотрю, де тільки, толстый. Тільки до цього оце зрізай, до розвілочки, оце, до розвілочка, Сань. Не знизу, ні? Ні-ні-ні, тут ось хорошому. Ось тут, да? Ні-ні, ось сюди, ось тут. Вот ай, паличиш, мені не треба різати. Да, там воно молоднячок пішов. Ось так. Хорошо. Оце, Саш, давай мені, оце не нравиться вообще. А от это тут, толстий, що ось в сторону пішов. Ось. Да, може зрізати. Хай вона лучше буде ріже, воно буде лучше, більш толку. Оце поверху видно, і оце ось теж зріжу його. Ой, зараз секундочку, мені Тіма відповідає. Так, все, у Тімочки все нормально. Давай яблунько ще. Оті високі ви оберіть. Да, да. Дивіться, яку кучу нарізали, бачите? Це нормально в Тімочки, а то там сплетні пішли. Я вже і до Васької, до Кіркорова написалася. От отак хай буде. О, оце друге діло. Бачите, яка вона хороша. А то таке густе і толку нема. Хай молодняк іде. Все, 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 а то ти вже увлекся. Харе! Общипавши яблука не буде. Ну да, это точно. Так, сейчас немножко это передвину, потому что Саша тут будет вот это таскать эту. Она будет мешать, пока на бассейн сюда все цепляет. Да, Саша, я все перекидываются. Эх, чайок варить, да? Слизься с этого. Да, эти веточки я тут крупнее отберу, пойдут на мангал. Конечно, пахнет пай. Ой, какая вкуснятина. Почечек много. Старьё! Ой, як хорошо, подивіться, прямо суперски. А цей кущик тут посадим, четвертий буде. Хвате нам. Урожай, ведь, який я обрізала. Так, це я от принесла два камушка. Ми хотимо от эту площадку виложити такими камушками ось здесь, де буде мангал стояти. Ну, я на своєму орудії работаю. Вот так мы прямо сейчас засыпем, и уже будем сюда. Я ромашку подрезала, мы ее засыпем. Землей кинзу вырвала. Пауки все прямо как гонки. Смотри, какие бегают тут. Фух, це сейчас на мусорку вынесу. Видите, как хорошо повыше стало сразу. Так, давайте, мне надо трамбовать. Паузы чаще, чем у Сани. Ему надо насыпать и потом мне провести. А я только разбиваю эти и трамбую этой штукой. Видите, как хорошо получается. Сколько уже насыпали, сколько затрамбовало. Вот это этот угол самый низкий. Вот мы
его высыпем. Хорошо тележечкой Санька насыпает и таскает. У меня время больше, чем у Саньки. Работа. Видите, как промочила дождь, такой пырищев. А он наверху тільки промочила, а всередині сухе-сухісіньке. Сейчас покажу. А не видно вам, да? Ого, сейчас хорошо видно. Светлое и темное. Фонарики уже поснимали. Я бутылки даже оставляю, эти розы, что посадила. Потом, если нет, вытащу, да и сюда выкину. Хорошо будет. Так тут ровненько спланируется. Вообще шикарно. Просто шикарно. И расти тут что-то будет лучше. Красавица южная, никому не нужная. Все. Кажу, Саш, давай будем уже финалить, потому что уже 4 часа. Что-то так, как дождь захочет, и хватит. Потому что мы ни рук, ни ног не будем чувствовать. Сейчас вам покажу, сколько мы сделали. Та багатенько мы сделали сегодня. Саша продержала, бачите, он прикручує ліст. Санька, та на верхних, на двух дай хватит, Санька. Ну, завтра на двух повісь, дай хватит. Завтра откручивать. Бачите, какой красивый цвет был, такой серый, все выгорело. Фух, вот, смотрите, как затоптало. Осталось еще, ну, не на день. Короче, больше, чем пол машины мы уже сделали. Вот это все, вот это вот здесь засыпем, втрамбовали. И пока мне Саша возил, ему ж дольше. Так я, знаете, что взяла? Я взяла ножничками вот эту кучу всю перерезала, смотрите. И вот на распалочку такие веточки. И они же такие ароматные со смородины. Зачем же их выкидывать? Потихонечку. Так вот эту толстую не смогла перерезать ножницами. Вот видите, дыбала-дыбала. Сейчас Саша и перекусит. Вот что говорится, если я не курю. У меня нету перекура. Я вместо перекура раз веточки порезала. Ну, потом подсыпем, потому что, видите, тут немножко вроде как-то неровно. Но ничего. Тут я хорошо укатала. Видите, Саша вот телегу тягает, так прямо нечего делать. Трохи собираю мусор сверху. Ось, бачите, сколько виды. А на улице там куча. Это то, что наверху тут вылазило. Ну, посмотрите, как замечательно, правда? И тут же, наверное, будет расти, не горюй. Яка яма была. А теперь так спланируем, все выровняем. Ну, видно по тому, какая там яма, видите? Ну, и тут же было тоже. Сейчас замечательно. Где сухое, легче трамбуется, а где мокрое, тяжелее. Оно прямо таким, знаете, этим. Там видно, где вот сухое, а где... Ой, зачем? Сиди на улице. Закрыл эту проем в заборе. Каже, Саш, Алла, открой. А что, через забор не? Я полоску не ставил. Не надо, конечно, зачем ее ставить? О, сейчас вам покажу, сколько уже. Да ничего страшного. Смотрите. Фу. Вот. Видите, сколько было вот так? И он, сука, остался. Все выработали с Санючком мы. Вот, сколько гадости. Все это соберется. Ну, еще на один жемок осталось. Ничего. Потихоньку. Ну, все шею не гоня. А то еще не найдешь. Лена, Саша. Это не Саша, это розбувся. В грязи багато на ногах. Он розбувся. Сейчас я Саша, одю я слан, сейчас мы эти горіхи положимо на стол. Я не знаю, чого я взяла ряднушки, положила мочить тут. А? Ні, мочити не можу, сейчас дощ піде, воно намочив все, Сань. Не треба мочити його, звісно. Це тут промачувало, бо дуже сухе було, а там мокро. Шикардос. Шикардос, дійсно шикардос виходить. Так, Санечок, давай, зай, переріж мені, пожалуйста, ту веточку одну, що я туди сложила, бо я не можу. І зараз все убираємо. От і все, ребята. В перчатках работала здесь, но руки это караул. Я не знаю, как их буду отмывать от этих горихов. Не буду ничего готовить. Вот на стол положили. И здесь класс, пусть они подсыхают. Саня говорит, давай на горище. Кажу, не, Сань. Они подсохнут, я их полупаю, в духовку засуну, в банки засуну. И все, что я буду их на горище, чтобы там какая-то моль завелась. Дав Бог, значит, надо дома довести их. Это же карлупега, так? Ну, я думаю, наверное, 2 банки трехлитровые будет. Все, вот на сегодня уже все. Саша с утра, видите, Вове помог, потом поехали к добрым людям, орехов нас собирали. И еще и земли переперли скільки. И смородину разрядили, хорошо обрезали, еще и посадили вот сейчас кустик смородины.
Так, надо накрыть, бо я резину забрала. Оце ж боремся с хреном. Просто невозможно. А ну, тут есть под этим? А, вот так надо положить. Вот так вот. О, дивите, какие смачные слимаки. Вы видите, какие в зиму идут, сволочи? Вот только там, где чуть-чуть какая-то тень, ну, в смысле, что мокрая, некие кабаны. Просто кабаны. Это слизняки. Это не храбаки. И для шашлыка нарезала. А это все на мусорку свяжу. Он уже пакет один связанный, видите? В субботу мусорка. Вот так потихонечку, ребяночки. И так с удовольствием поработал для себя. Я знаю, что уже это сделано. И тут посадим в том году, даже в следующем году даже может кусты помидор, и будут помидоры. Земля-то хорошая. Все, мои хорошие. До свидания, до новых встреч. Буряк не завтра заварю. Не успеваю, хватит уже сегодня. Сейчас помоемся, покушаем и пойдем в хату. Че телек смотреть, че шо, хватит работать. Роза среди роз, да? Не. Хай лучше будет красивая такая роза. До свидания вам. До новых встреч. Пока. Работайте, но не лопайте, чтобы прям уже, знаете, как говорится, задница вылазила. Надо работать в удовольствие. Пока.